Итак, привет, Арсений. Ваша небольшая такой обзорчик. Просили показать, на каком уровне я ставлю эти газлифты в своих столиках. Вот. Могу сказать, что, естественно, это все зависит от того, здесь у вас нахлёст, не нахлёст, как расположена крышка. У меня получается просто крышка раскрывается на простых петлях, распашонках вровень, вот, в стык. Вот. Здесь, соответственно, подбиралось все методом научного тыка. То есть я, вымерив это расстояние, понял следующее. Беру газлифт, устанавливаю в упор к верхней крышке. Вот, вот эту часть ставлю, ну, как видно, по вот этой, по этой головке, как говорится, прикручиваю его смело. Вот, после чего цепляю газлифт, вот, и выставляю крышку максимально раскрытое состояние, ну, по плоскости, чтобы оно было ровно. Видно, сейчас небольшое искривление есть, но за счет этого представляю ответную часть на крышку и даю небольшое смещение, буквально сантиметр. Это, если можно посмотреть, сантиметр от того расстояния, где она должна вот так вот стоять, а я сантиметр, чтобы в натяжку была. Ну, в принципе, все сюда вот так вот сейчас беру, кручу это все. И уже и здесь уже при помощи такой-то матери фиксирую ответную часть. Вот, вследствие чего, как видите, газлифт закрывается достаточно четко. Вот. И здесь у нас уже идет практически идеально ровно. Вот. Газлифты использую самые мощные. В данном случае 120 ньютонов усилия. Вот, в принципе, даже для самого большого столика 13.1М этого достаточно, чтобы расположиться на нем и он не закрывался. Всем спасибо, пока, удачи!